масло и лук. Через 5 минут добавьте морковь и капусту. Влейте 180 мг воды и потушите все под крышкой в течение 30 минут. Затем тушеные овощи остудите, пропустите через мясорубку, измельчите с помощью блендера. Полученную массу посолите, добавьте специи и манную крупу. Перемешайте блюдце и посыпьте панировочными сухарями. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях, затем в кунжухе. И обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Я думаю, на золотистой корочке. Вот. Поняли? Но это для этого надо мне купить капусту. Лук-то есть. Морковка тоже есть. Манка тоже есть. Сухарей надо панировочных купить. Да. Кунжух надо... Нет, кунжух есть. Кунжух есть, да. Так, перец, чеснок есть. У меня такой есть. Кориандр можно тут. Ну, короче говоря, потом. Это потом. Бабушка на пенсии. Бабушка маленькую пенсию получает. Короче, девочки, мальчики, всем спасибо, что вы были со мной. Вот эти несколько часов благодарю от всего сердца. Да. Выпекайте, делайте свои там эти блюда. Видите, я сегодня 2 блюда сразу сделал. Я картошку отварил и котлетки сделал. Вкусно и полезно. Так что, милые мои, давайте я вам покажу еще кое-какие тут немножко сеансу, немножко. Да, немножко сеансу. Как мы хорошо посидели, прям вот не могу. Ой. Вот видите, вот такая красота. Вот они, котлеточки. Еще горячие. Видите? Красота, ребят. Замечательные. Да, немножко так вот. Да, они маленькие. Ничего. А самые простенькие такие. Вкусненькие. Ой, любой гарнир можно, короче говоря. Ой, вот так вот. Сейчас муха налетит. Иди отсюда, летаешь тут. Давай, 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 давай. Муха, улетай нах. А то... Давай, манду я Ивану. А то, блядь, сейчас... Ну, как я с Серёгой уёбываюсь немного. Как складно получилось. На-на-на-на-на-на-на. Как-то так вот, ребята. Надо на красивой ноте закончить. На красивой ноте. Видите, как хорошо. Вон голуби летают. Живи, говорит, и радуйся. Вот, ребятки. Живем и радуемся. Знаете, для чего я делаю эти эфиры? Знаете? Пусть я даже поговорю с людьми, да? Выскажет тот, что я хочу. Я выключу эфир. Вы после эфира не знаете, что я буду делать. А некоторым будет интересно. А зачем вам это надо знать? А зачем? Так что, милые мои, всем вам хорошее настроение. Вот, видите, у нас еще земля даже это сырая от дождя. От дождя. Солнце светит. Ты смотри. На-на-на-на-на-на. Все, милые мои.
Сейчас я еще вот эту сделать это.